Всем привет! И вот у нас наступила осень. Листья уже пожелтели. Этот уже желтеет. Бы и дожди у нас. Мы немножко тут прибоели. Да. Я уже пробоелась. Матвеечка у нас тоже пробоелся. Не, он кашляет еще немного. Я говорю, что немножко пробоелся он. Но не так все оно стало, как он кашлял. Вот такие у нас дела. У меня еще до сих пор, вот даже сегодня, температура. Ты да. Вот недавно только заболел, а я уже недели две, наверное. Какой-то грипп или не знаю, что-то зараза какая-то ходит. Грипп, сказали, еще идет. Мы в больнице когда были. Она нам сказала, грипп пошел где-то везде. Ребятишки в садик не ходят. Ой. Дома папа, сидят папа, уже неделю. Тоже уже. Что у елки? Желтеют. Елки же это, не желтеют? Нет, ладно, он пожелтеет. Ну это. Не знаю, что она. Так вот, меняет от иголки. От старости. Да, вроде молодая. Тут. Откладывает он, блин. Красиво, да, стало? Только скоро это все кончится и начнется зима. Да. А зиму мы не любим. Это точно. Наша деревня с другой стороны реки. Че, кислое яблочко? Что-то ему не понравилось. Нормально, да. Сейчас еще это песка наберем, да? Поросятам. Да. А тут они там это дожди были, все измесили в грязи. У них там жижа. Папа, когда их страшно показывают. Мне встанет все деревья попадают. Почему? Листья. Листья падут и все. О, листопад. Листья падают. Шишки, чтобы в садик делать эти поделки, да? Угу. Недавно делали, да, поделки? Угу. На вот тему еще, осени. Вот они еще тема на колючках. Ну. Нет, там не тема осень была. Еще выросла в огороде. А, да, точно. Да. Там мы делали самолетик. Ваня делал самолетик. А Наташа домик из тыквы. С поросятами. Ну, а что-то мы не сфотографировали этот. Ну, там начало есть фотографии, а когда уже полностью готовы, это забыли сфотографировать. Ну, Ваньки там есть. Какой самолетик сделал Ваня? Папа сделал, папа, не Ваня. Папа, в этой яме много... Не лазь только туда, не лазь в яму. Здесь просто это раньше, видно, дома стояли, старая деревня была, и ямы остались такие. Нам еще надо песок набрать и это поросят показать, как они выросли у нас, да? Какие они грязные. Пап, а уже песка медведи водятся. Да, конечно. Мама, а рабочий, буду говорить, домой ходил? Сейчас песок будем набирать. А что, пап, тебе надо помогать? Да, мешок надо будет держать. Пойдем. Я так не уделаю. Пап, а? Вот тут, наверное, еще глубже будет. Это... Еще немножко. Попа не тащит. Точно папа не утащит. Тяжелый песок. Он мокрый еще. А сейчас вы увидели, как мы ездили за песком летом с Ваней вместе.
порося. Посмотрите, как они выросли, да? Угу. Матвейка. А где Матвейка? Что ты его? Пойдем, Матвеечка. Ой. Вот такой здоровый. Борька же у нас. Угу. Борис такой стал. А вот это вон Машка. Машка подросла. Смотрят. О, ты что, упал? Тут у них грязь вот сейчас, песочка, да? Угу. Песка немного насыпали, так не знаю, почищено, наверное, будет. Ну что такое? А этих вот два. Вот этих два. Родители, которые мои привозили. Уже тоже большие стали они. Борька сколько уже килограмм? 15. Да еще больше. Больше. Килограмм 30, наверное, уже. Да. О. Да. О, дерутся как, а? Угу. Машка что-то на это съест. А, да, постоянно отдельно от них ест. Кто этот бьет их? Да. Ну, так ее отдельно, всем отдельно держать будет. Я буду садочник начинать с папой. Хватит. Это гусям и уткам. Уткам. О, какие. Все ли день? Какой здоровый, да? Иди кушай. Питающий, который. Вот, все говорили, сетки нет. Есть у нас сетка? Вот она. Ну, а сейчас уже утки куда-то делись, да? Да. А что они уже, эти выросли? Коршуны куда-то пропали. Наверное, уже на юг улетели. Но тоже утки с гусями выросли. Картошку уже убрали, вот здесь вот она сохнет у нас, еще это как-то, ну здесь часть картошки, вторая половина была в домике у гостей, уже убрали в подпол, подполье, высохло уже, эту тоже скоро надо будет убирать. Сегодня мы копаем картошку, ту половину уже выкопали, да? Вчера. Вчера. Там почему-то постоянно мало картошки, да? Прошлый год мало было. Ладно, я не вот сейчас выкопаем вот это гнездо. А тут нормально пошло. Да, много. Вот как тут. Тут потому что земля какая-то мягче, да? Но... Видно, там раньше не садили на той половине картошку. Сегодня опять будем. Целый день, да? Вчера целый день. Может, вчера. Сегодня побыстрее. Так. А где картошка-то, а? Вот здесь вот можно вилами копать. Я не знаю. Мы никогда вилами не копали. Постоянно лопатами. Кому тут вилами? Мне кажется, у вилами еще не остается. Ой-ой-ой-ой, какую картошку я это... Здорово. Дай-ка я здесь вот. Вот. Все. Блин, тут опять кого-то какую-то разрезал. Вон еще сколько было. Давай вот это поезд тоже будет. Рассылка. Ладно, рассылка тоже будет. Пол ведра практически маленький. Маленького пол ведра. Что, Матвеечка? Такую даже интересную копать.
Вот, с одного гнезда. Думаю, неплохо. Да? Маша, что? Нормально? Я говорю, с одного гнезда-то. Осталось это половина, чуть поменьше. Это вот коза. Коза ходит, бявкает. Уже на место прочится. Там козёнок лежит. А фу, это наш козёл. Вообще, настоящий козёл. Винегрет? В огороде уже все убрали, да? Осталась только морковка и свекла. И все. А, помидоры у нас парники с перцами. Такая вот морковка. Вот такая вот. Винегретик будем делать, да? Хватит, нет, морковки. Хватит, куда ей? Я тогда сделала, а они, да, они говорят, на морковке, говорит, она вкусная, вырванная. А, ну надо, значит, еще, ну, пускай поедят. Витаминчиков сейчас как раз надо это. Да. Сейчас еще. Но я одну морковку уже убрала, одну грядку. Морозилку уже сложила. Угу. Покрасили сарай, сейчас покажем вам. Ну да. Обил я тут немного шифером. И сейчас начну красить. Вот здесь вот было покрашено экспериментально. Вышло довольно-таки неплохо. Белый такой цвет. Но надо красить. Оно как типа не краска, а что-то с звездкой. Как она называется? Белоснежная на водной основе. Стены потолков. Ну, как что-то на известку немного похоже. Свиньте. Не хрюкайте, мы вам домик красим. Да. А вы еще понюхайте. Ну, как красиво. Конечно, красиво. Это... Так-то вообще, это, думал покрасить заборы вообще, но сейчас осень, и дожди начнутся, ну, короче, весной надо красить, а весной покрасить, просто это в светофоре краска дешевая, да, Маша, угу. Че ты молчишь, стоишь? Под кровать так сзади незаметно. Видишь, опять у меня славу все забирает. Люди скажут, вот наконец-то это, ну, по ихним как меркам, что скажет человек, вот начал за ум взялся, начал работать. Я вообще не люблю, когда, ну, снимать, когда я работаю себя. Ну а так-то вообще хорошо, да, получается. Да вон я красила, да. Вообще отлично. Да. И краска-то я не помню, сколько она стоит, 50 или что-то, сколько? 40 чем-то рублей. Здесь вот тоже надо будет покрасить. Вообще все покрасить. Пойдет для сельской местности. Так, один покрасил. Ну, я думаю, эффект еще будет... Чуть позже краска станет более яркой, белой. Сейчас буду вот этот красить. Не знаю, хватит краски. Сейчас, значит, покрашу сначала вот этот шифер. Если краска останется, снизу вот, вот это тоже надо будет покрасить. Ну вот, покрасил все две части. Краска закончилась, сколько хватило, где-то, может, не подкрасил. Но еще краска не подсохла, я думаю, будет белее еще намного. Ну и сейчас даже уже вид преобразился.
Ну что, нормально, не сильно большая. Тут еще есть больше. Ой, мы, сказать, мы сильно свеклу не едим. Больше морковку едим, если так посудить. Mm. Морковки больше уходит, чем свеклы. Все, дождь пошел. Сейчас будут дожди, все, лить, лить. А может и снег, да? Нет, снегу тоже не надо. А где мы смотрели снег, да? В Иркутске. Нет. В Иркутске, нет, Красноярск. Ты еще сказал, в Краснодаре выпал снег. Я говорю, да ты че? Ну, офигеть. Еще так рано, да? Всем пока. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. А ты, Бойко, иди сюда ко мне. Помощник пришел.